А нужен ли в Украине PayPal? Что? PayPal. Что это такое? Я не знаю, что это. Не поняла еще раз, простите. Я даже понятия не имею, что это. Не знаю. Что нужно? PayPal. Я даже не знаю, что это. Кто? PayPal. Кто? PayPal. А что это? Международная система электронных платежей. Международная система электронных платежей? Вот странный вопрос. А, ну да, конечно, нужен. Естественно. А пока еще нет в Украине PayPal? Нет, нет. Обязательно нужен. Муж на связи с миром. Вещь. Нет, думаю, что не нужен. А почему? Тоже не представляю. Нужен. А почему? Один вопрос. Ну, я думаю, это неплохо. Да, это будет удобнее. Если это всем придет по душе, почему бы нет? Да, конечно. Обязательно нужно. Конечно, надо. Я сам из Италии, это в Европе везде есть. И плохо, что здесь нету, потому что и мне очень плохо из-за этого. Я много чего платить не могу. Или покупать себе билеты онлайн. Вообще этой системы нету. Банковская система не европейская. Отправить деньги из Европы сюда, это длится месяц обычно. С этой системой я могу сказать, все очень плохо.